Махачкалинская мэрия продолжает мероприятия по сносу незаконных строек на территории столицы республики. Сотрудники управления архитектуры и градостроительства совместно со службой судебных приставов, работниками полиции и прокуратурой провели демонтаж каркаса девятиэтажного дома в микрорайоне «Новый город». Строение было признано незаконным по решению Кировского районного суда, поскольку возводилось без разрешительных документов. Thank you.